загрузился немножко. Тогда пошли. Пошли! Залазь. Давай. Да, молодец. Молодец, ключик. На дальней станции сойду. Трава по пояс. На-на-на-на-на-на. Здесь все мое, и мы одни сердечки, мои любимые. Вот я не знаю, может, правда я так вижу, что-то у меня с глазами произошло. Вижу и вижу, вижу и вижу. На дальней станции сойду. Вы знаете, что я 3 дня не была на улице. Вот правда из-за этой щеки. Я думаю, что все. Хорошо, все так, как надо. Может, мне нам нужно было побыть так наедине с собой, еще глубже пойти в тишину. Вот, так что все, что не делается, конечно же, к лучшему. Конечно же, все во благо. Птички поют. Музыка где-то играет, ветерок дует. Боже, как хорошо. О, какая огромная сердце двойное. Или это буква И, или это еще что-то. Не знаю. Там тоже вон сердечко плывет. Там тоже сердечко из-за дома. О, одни сердца. Боже, боже. Тома, Тома. Тома, Тома. Выходи из дома. Вы знаете, меня вчера девочка спросила. Я за творогом иду. Молоко еще есть. Я купила. Сбегала Харите. Так что ее дома ждет молоко. А, девочка меня спросила вчера ВКонтакте. Говорит, Ирочка, у тебя есть мечта? Где-то музыка играет. Солнце сверкает из окон. Прям как это, помните? А я иду, шагаю по Москве, и я пройти еще смогу. Нет, я пока не в Москве, мои любимые. Я все еще в Великом Новгороде, все еще наслаждаюсь этой божественной красотой. Она меня и здесь нашла. Не обязательно куда-то ехать, если она здесь, в тебе, и ты все материализуешь так, как тебе нравится. Не закружилась голова. И у меня тоже вроде нет. Щека проходит. Так вот, про мечту. Девочка говорит, Ирочка, у тебя есть мечта? Кстати, я это уже говорила. Я ей говорю, да. Она говорит, а какая? Материальная или нематериальная? Я говорю, у меня мечта вспомнить, кто я. И когда я вспомню, я тебе скажу, какая у меня мечта и есть ли она вообще. Может быть, я и есть сама мечта. Может быть, я и есть сама любовь, которая все вот это вот сотворяет. А может быть, корова, но тоже хороша. На ель она взлетела. А может быть, на пальму. А может быть, на березу тихонько забралась. И там она позавтракать, а может пообедать. А может быть, поужинать тихонько собралась. А я, кстати, еще не ужинала, не завтракала, не обедала. Ничего, маковой росинки не было. Хотя я выпила, наверное, 1 литр воды. Просто тупо так все так захотелось водички. Вот. Девочка так смотрит на меня. Что это? Кто это? А это просто я. Я? Кто я? Что я?
А где я? Где я нахожусь? Спасибо вам, мои любимые. Всем, всем, всем. За ваш отклик, за то, что вы есть. Многие заходите мне ВКонтакте, пишите. Иришечка, так соскучилась. Хотела посмотреть твои видео. Вот, вчерашние, позавчерашние, какие-то вот новые. И не могу, этот YouTube глючит. Ну, посылаю туда лучик любви, чтобы он не глючил у вас. Спасибо, мои хорошие, что вы все есть. Так что... Я у подруги как-то спрашивала, у тебя есть мечта? Она говорит, да, хочу свой дом в Крыму. Бесконечность. Хи-хи. Говорит, будет Крым наш. Я говорю, ну а он чей? Он есть ваш. И вся земля ваша. Вы пришли сюда проходить свой опыт. И все мироздание ваше. И солнышко ваше. Нет ничего не вашего. Ой, красиво как. Волосики у нее как у ангела. Посмотрела на эту, у этой тоже. Как у ангела. Одни ангелы вокруг. Ну что вы, появились? Не, огромные. Я не хочу такие бананы. Хочу вот такие, только желтые. Как мой ум. Изощренный. Я вообще не хочу, если честно. Я, походу, вчера переела огурцов. Вообще что-то есть не хочется. С куколкой пошла. С куколкой. Тут снова напекли красоты. Ну, а я иду. Куда иду? За творогом. И парень со мной вот идет. Походу, за творогом тоже. Кто там мне пишет? Екатерина. Катенька, подожди, я видео снимаю. Нет, это не дочечка, это какая-то другая Катенька. Хотя нет чужих детей. Может быть, она моя дочечка. Тоже. Не может быть, а так и есть. До 27 августа. Не знаю, видно вам, нет. Что-то тормозит телефон. Так, взяла. До 27 августа. Молочко. У меня есть. Все так трудятся, столько вокруг меня. Происходит всего. Что-то я еще забыла. Яйца я купила вчера. Что-то мне хотелось. А, сказала мне, по-моему, Мила, что сыр лучше Харите не давать, потому что у них от этого ушки начинают болеть. То-то я думаю, что она ушко все время чешет, просит почесать. Мороженка. Не хочу. А это что? Не знаю, что смотрю. Красота. В глазах смотрящего. Посмотрим. Порог. Порог я уже взяла. Такой творог мне не надо. На дальней станции сойду. Здрасте. Трава по пояс. Трудятся молодцы. Ребятки, а я как этот, знаете, контролер. Нет, никакой не контролер, я просто гуляю. Так умиляют вот эти ботиночки желтенькие. Красиво. Да. Почему-то мне желтый цвет так нравится. Давно. Тут смотрела, порошка нету зубного. Так я и не купила. Может сходить сейчас в этот самый, в Магнит Косметик. Не знаю, может схожу. Может. Сколько всего. Вот это и тоже всей мишуры я не видела здесь. Прям каждый день что-то новое.
На дальней станции сяду. 730. Здрасте. И мы отсюда родом. Успешно. Ну и хорошо. На дальней станции сяду. Трава попомнила. Уже за мной очередь собралась. Что-то тормозит телефон. Не знаю, что с ним происходит. Что происходит на свете? До свидания. Всем до свидания. Тетечка передо мной стояла вот там в панамочке, в розовенькой. Такая прикольная вообще. У нее такие ручки. Я даже сфотала. Здесь все мое. И мы отсюда родом. Пока, тетечка. Вон она пошла через дорогу. Такая хорошенькая. А у меня это магнитик, вот эта липучка, которая здесь на телефончике, за которую я держу, когда снимаю, почему-то отклеивается. Плохой люзе этот клей. Не знаю почему. То ли потому, что я к чехлу приклеила ее, а не к самому телефону. Но к самому телефону не хочется ничего приклеивать. Куда я иду? Все само идет. Никуда не иду. Все само. По-моему. А какой красивый. На дальней станции сойду. Запахнет. На-на-на-на-на-на. Здесь все мое. И мы отсюда родом. Такая песня в голове звучит. Не знаю, почему, мои любимые. Может, какую-то другую спеть? А там вижу грибочки. Я не знаю, вы видите или нет. Мне кажется, сейчас в лесу дофига грибов. Юлька мне позвонила, говорит... Хотели с Харитой пойти в лес за грибами, но далеко мы не ушли, потому что трава реально по пояс. И вот эта песня у меня зазвучала. Видите, везде. Везде грибочки, куда ни глянь. Теперь хожу, пою эту песню. На-н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 а-
ехать. Я говорю, там валом. Иди, смотри. Говорит, мы не дошли даже до половины поля, потому что реально трава по пояс. И везде эти колючки, и везде эти... Я правда иду, сейчас уже увидела много-много-много грибов. Вот там тоже, видите, грибочек. Вот такое благодатное место. И там вон грибы. Я не знаю, если показывается. Везде, куда ни глянь, везде грибочки. Грибочки, грибочки, грибочки. Может, мне самой в лес сходить, надеть джинсы и вам показать. Тут лес, вот там вон лесопосадка, а вон там уже видно лес. Я вам показывала, вон лес. Тут идти, ну не знаю, пешком, может, 15 минут, а может, так видно, может, полчаса. Но там все заросло травой. Интересно пойти глянуть, хоть немножко подойти. Пойдемте, подойдем по этой дороге. Широко, я тут не ходила ни разу. Надо загадывать желание, потому что сегодня Людочка сказала день воздушных поцелуев. Вчера было 3 восьмерки. Все желания сбываются. Каждый день, каждый день, каждый миг. Праздник жизни и любви. Солнышко зашло, чтобы мне жарко не было. Спасибо. Спасибо, любимое солнышко. Ну что, идем смотрим. На дальней станции сойду. Трава по пояс. Привет, грибочек. Ты кто? Я не разбираюсь в грибах. Юлька разбирается очень хорошо. А я вообще нет. Люди тут ходят. Если бы я разбиралась, пошла бы насобирала целую кучку. Ой, сколько трав. Все, у меня другая песня зазвучала.
Травы, травы, травы не успели от росы серебряной проснуться. И такие нежные напевы. Боже, какая красота! Чего я раньше этого всего не видела? Не знаю. Была какой-то суетой занята. Вообще каждая другая. И бабочка. На счастье, Ирина Хинделаев, бабочка твоя сюда прилетела из Индии. Вон она села. Травы, травы, травы не успели от росы серебряной проснуться. И одуванчики. Привет, малыш. Растешь? Ну, прости. Тут такие люди ходят красивые. Или я так вижу. Или у меня все красивые. Сколько уже листочков желтеньких. Смотрите на деревьях. Реально. Уже трын-трын-трын-трын. Как будто ночью кто-то сидел и кисточкой так тык-тык-тык-тык-тык. Желтенькой краской потыкал везде. Скоро осень. Скоро осень. Господа, скоро осень. Блин, что у меня каждую минуту новая песня в голове звучит. Привет. Привет, клен. Или ты тополь? Наверное, тополь. Да фиг тебя знает. Пофиг. Ракашка какая. Мясистая. Красивущая. Вон какая она тверденькая. Супер. И желтый листочек. Красивый, в точечку. Как Харита. Травы, травы, травы не успели. Сфотаю листочек. Может, не резко, а так. Ладно, идемте. Как они блестят. Обалдеть. Глаз не оторвать. Я не могу оторвать глаз от тебя. О, уже... БГ песня в голове звучала. Что такое? Что происходит на свете? А просто весна. Просто весна, полагаете? Полагаю. Я, как и вы, весною. На-на-на. Сколько букашек? Откуда вы взялись, букашки? Оттуда, как и ты. О, я уже и с букашками разговариваю. Началось. Быстрее, пока не началось. Как же все красиво. Даже колючки вот эти пухнастые. Тоже такие божественные. А здесь как будто поле мимозы. Вы видите? Птички поют. Хочется заткнуться. Но говорение не затыкается. Септики. А тут борщевик. Кто-то сломал. Вот. Решили, что ему не надо. Кто-то решил. А тут борщевик выше моего роста. И сколько пушиночек. Ой, обалдеть. И столько цветов. Я не знаю, как вам это передать, мои любимые. И цвета Кришны, и осени. И все такое красивое. Не передать словами. Куда я иду? А, хотела ж показать вам поближе лес. Вспомнила. Привет, колосочки. Ой, какие вы красивые. Просто чудо какое-то. Какое-то чудо. Да-да-да-да-да-да. Да, на ли на 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 на. Бабочка, лети к Ирине Хинделаев, лети. Травы, травы, травы не успели. А мне тоже что-то стало интересно, мои любимые. Напишите в комментариях, какая у вас мечта. Правда, очень-очень интересно, есть у вас мечты у моих зрителей, вот именно, потому что вы у меня самые-самые классные, самые необычные. А там смотрите, какие
пушистики. Я таких и не видела никогда. Охренеть, там целое поле таких пушистиков. Ну, я бы туда залезла, мои любимые. Но здесь вот какая-то канава, там вода. И я в шортиках, меня покусают всякие колючки. Вот у меня сразу. А я бы подошла к ним поближе. Хотя можно и так приблизить. Очень красивые пушистики. Смотрите, какие обалденные. И запах. Запах, как будто я в Должанке. Смотрите, немножко отошла от города. Тоже какой вид обалденный. Буквально секунду. И тут уже буйство природы. Колоски, облака. И почему-то вспомнились картины вот именно тетечки. Это Лениной мамы. Я не знаю, сколько лет, но больше 80, это точно. Из Красноярска. Я как-то смотрела ее видео давно еще, когда у меня еще, наверное, канала своего не было. Может, в 18-м году, может, в 17-м, не помню. Елена. Забыла, как ее даже фамилия. Вот. И у нее мама начала рисовать картины уже там, не знаю, на пенсии или когда-то. И у нее такие шикардосные они. Вот вам не знаю, как описать. Я сейчас вот иду тут, и у меня то чувство, как послевкусие, после ее картин. Вот здесь такое чувство свободы, тишины, простора. И снова песня зазвучала в голове. Тишины хочу! Тишины! Интересно, как она. А тут смотрите, какой пушочек танцует. Вот для кого он танцует? Ты для кого танцуешь, красавчик мой? Та-да-та-да, та-да-та-да, та-да-ди-да-да. А я вчера весь вечер танцевала ламбаду. Что на меня нашло? Не знаю, вспомнила. Смотрите, какие три. Три единства. Красивые. А там какой дом. Тоже красивый. Вот. Вспомнила, не знаю, 80-е. Когда я первый раз услышала эту ламбаду. У меня все существо мое пробудилось. Я брату говорила, какая классная музыка, песня. Он говорит, что тут классного, ты чё? У тебя точно предки из Африки. Я сейчас осознаю, мало того, что предки из Африки, а я сама была африканкой в прошлых воплощениях, потому что я так их чувствую, их природу, энергетику, их свободу и всё-всё-всё. А я и есть все, часть всего. Хотя нет никаких частей. Все едино. А тут насадили новых сосен по дороге. Так красиво. Вообще, смотрите, туда и тут. И там лес. Куда я иду? Ну так, немножко пройтись. Почему нет? Тут туи какие красивые. Высадили. Тоже домик такой. Ничего так. Но мне нравится. Мне нравятся другие. Уже города не видно. Куда мы с вами забрели? Как будто в Пятигорке иду, правда? Или в Должанке, в станице. И запах, правда, как в Краснодарском крае. Какой-то конюшней пахнет, разнотравием, какими-то соснами, свежестью, деревом, орехами. Чего только не слышит мой утонченный нюх. Не знаю, нюх ли. И каждая порочка впитывает солнышко.
И все, вот здесь энергетику так классно, мои любимые, вообще обалдеть. Мопед хочу! Кто хочет? Кто-то? Та-ри-та-та-та. Не знаю, сколько я наснимала. Уже больше 20 минут. Вот такое у меня будет видео сегодня. Какое есть. О, как камешки повыкладывал. Красивущие. Вы знаете, что они все-все-все живые до одного. Я и камешком тоже была. А этот как сверкает. Как вам показать, не знаю. Прям сверкает серебром. Не знаю, если вам видно. Может, нет. А мне видно. Весь сверкает звездами. Как я в стихе в своем написала, как мне написалось в стихе, что и днем вижу звезды. А этот какой красивый, какой у него рисунок необычный. Слышите, свиренчат? Кузнечики, какие камешки. Бля, как чеканутая. Ходит камешки, рассматривает. А, девочка, на лесопеде. Какие камешки. Боже. Боже. Ира, Ира. Не знаю, может, это уже частная территория, я зашла. Может. Да пофиг. Красиво. А тут и у каждого свой характер, у каждого своя форма. Видите? Каждый в своем костюмчике. Как мы с вами. Все-все-все разные. И в то же время все единый Бог. Как же красиво все. Как во сне. Может, я сплю? О, какая канавка. Пойду сюда. Хотя хотела лес показать. Как эта улица называется, интересно? Что-то все интересно. Вон лес. Показала. Вот лес. И там грибов. Видимо, невидимо. Ягод. Пойду по этой. Не знаю, что это за улица. Мне хочется тут прогуляться. Не была здесь ни разу. Можно захватывать желание. Ой, как красиво. Солнышко, сфотаю тебя, можно? Шарите! Кто-то орёт. Может, мне, я в наушниках не слышу. Какая травочка. Босичком. Хочется походить. Ой, колючки. Бабочка за мной летает. Везде. А там канала, видите? Водичка. Я как будто первый раз сюда спустилась. На эту прекрасную землю. Камешек какой. Сколько красоты. Боже, боже. Благодарю. Что ты мне дал глаза, я могу все это созерцать. Ой, какой тут воздух. Если бы вы только чувствовали, мои любимые, запах, и все, и звуки все, какой-то деревни. Сколько дров насобирали. Или старый дом развалили, построили новый. Не знаю. А это что, яблочко? Яблонька. Матушка. Спрячь меня. Что-то не вижу у тебя яблочек. Может, ты яблонь? Может. Ну, какая березка. Пойду поздороваюсь. Тут скамеечка. Можно посидеть. Ой, какая красивая. Обалдеть. Привет. Привет, чудушка.
Какое-то красивое деревцо. Как красиво, обалдеть. Привет. Ну, какой у тебя глазик. Да. Хорошо. О, как от нее летят снежинки, я сделала. Медитация чистой воды, моя любимая. Красиво. Сколько нафутала уже тебя березка. Какая ты классная. Интересно, сколько тебе лет? 100? Какая классная, живая, вся в листочках, супер, обалдеть. Ладно, идемте, а то я тут стряну. Пока, березка, пока. Какие тут домики. Как у нас были в Мариуполе на Шишманке. Вот такие. Знаете, в частном секторе от моря. Там пешком 10 минут. Прикол. И тоже деревья. Смотрите, какие старые. Со скворечником. Такие звуки. Кто-то дрова рубит. Где-то птички поют. Где-то петухи кричат. Как классно. Ну, правда, в деревне, наверное, надо жить. Мне тоже девочки многие писали. Ира, сколько домов в деревне? Что ты там делаешь в этом Новгороде? Иди в какую-нибудь деревню, занимай дом и живи там. Наслаждайся. И сына забирай туда. В общем, советчиков много. Особенно непрошенных. Низнёнчик, привет. Низнёнчик, привет. Полетел. Ой. Ой, в лужу наступила. Это посохло все. Какая туча. Вот оно огромное. Солнышко. Этот домик тоже старый. Не знаю, сколько ему лет. Может, 300. А может, 100. А, растут. Молодки, как бабушка моя говорила. Дубочек. Привет. Ой, супер. Красавчик какой. Кто-то едет. Здрасте. Здрасте. Дубочек шикардосный. Сколько желудей новых, молоденьких. Сейчас покажу. Не знаю, видно вам, нет? Вот он. Вот он. Желудек какой огромный. Не хочет снимать резко. Сейчас отсюда. Знаю, увидели, не увидели. Все зависло, Ира. Да пошли! Кто говорит? Вот он. Видите, какой огромный. Сфотаю. Дубочек. Под ним так классно стоять. Во-первых, прохладно, мои любимые. А во-вторых, вот энергетически так классно. Супер. Благодарю, дубочек. Пошла. Не скучай. Скоро приду. А тут что?
Рябина. Ха. Рябина. Привет. Ай, усыпано все дерево. Мне уже солнце напекло. Я реально уже вся мокрая, потому что жарко очень на солнце. Хоть и пишут 22 градуса. Рябина везде. Тоже сфотаю рябину. Вот тоже дом такой старенький, видите? А там построили новый сзади. Чтобы в эти трубы вода не заливалась, поставили баночки. А это сирень. Отцвела. А это не знаю, что. Может, старая-старая береза. Да, наверное. Потому что тут, вот смотрите, какие сережечки березовые. Так красиво. О, поднял пыляку. Что медленно, нельзя ехать? Козлодой. Вот такая Ира. Разная. Всякая разная. Китютик. 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 Кс-кс-кс. Китютик. Рыжик. Иди сюда. Иди, Рыжик. Иди сюда. Кс-кс-кс. Иди, моя китечка. Иди. Иди. Иди сюда. Иди, маркиз. Или кто-то там. Тигра. Тигра. Китютик. Не бойся. Видите, он уже садится спокойненько. Сканером меня прочитал, что я не несу никакой ему тревоги. Что я его люблю. Так же, как всю эту травочку. Так же, как и эти тучки. Так же, как и все-все-все вокруг. Очень-очень люблю. Пока, китютик. Не хочешь, чтобы я тебя погладила? Тебе надо каждый день голову гладить. Иначе у тебя там жидкость остынет. Где я такую хрень услышала? Не знаю. И вот говорение произнесло. О, камыши. Ах, камыши какие красивые. Сколько их наросло. Все, иду дальше. Даже не знаю, как улица называется. Покажите мне, вселенная, как называется улица. Хоть погляжу. 11, барабанные палочки. А названия нету. Ладно, идем. Если идти по шпалам, никогда не заблудишься. А этот какой дом? Деревянный. Класс. Вот я люблю деревянные дома. Не знаю почему. О, там написано, как улица называется. 12, число Бога. Сейчас посмотрим, как улица называется. Улица называется Лесная. Да, потому что дальше уже лес. Видите, написано Лесная. Фу, хорошо. А тут есть яблочки. Травы, травы, травы. Яблочки вам покажу. Вон какие прекрасные везде понаросли. Ой, кажется, я много сняла. Мои любимые уже больше получаса. Кто будет смотреть это? Кроме меня. Еще раз. Еще раз. Как дорога извивается, как змея. А тут ровная пошла. Пошла сама. Солнышко любимое. Туи бы обрить. Потому что они все уже в сорняках. Сорняки уже выше их. С голубого ручейка начинается река. Ну, а дружба начинается с улыбки. От улыбки станет день светлей. А, или всем светлей. И слону, и даже маленькой улитке. Поделись с улыбкою своей. И она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшут облака.
дикий виноград. Здесь должно быть куча улиток вот там внутри. Я когда маленькая была, прям туда ныряла, в этот дикий виноград, и находила кучу улиток. И принесла один раз домой в баночке. Про ушков я рассказывала, про улиток нет. И спрятала в ванной, под ванну. А они, ну, они были вот так закрыты. Вот. А потом ночью они повыползали. И бабушка утром зашла в ванну. А там вся стена вот в ванной, все в этих улитках. Так тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. И бабушка так... Пугалась, что ли, не знаю. Но она орала, как резаная. Ирка, негодная девочка. Она сразу знала, что это я. Потому что ни Наташа, ни Олег такого действия не совершали. Только я. То ужиков притащу, они расползутся по всему дому. И бабушка орет, куда они мне позалазят. И так далее. Вот правда, сейчас, когда через осознанность видишь все это ж все опыт, понимаете? И даже агрессия бабушки, вот это противодействие какое-то, это тоже прекрасный опыт. Если бы не было рядом бабушки, а только мамочка-ангел, которая никогда не агрессировала, не строила, а отпускала вот как цветочек любой в поле. Так кинула зернышко и все, и забыла. Ну, не в смысле забыла. И поливала, и все. Но никогда тебя не пересаживала, не выравнивала палочками, ничего. А просто любила, безусловно. Если бы была только мамочка, может быть, я была бы другая. А с бабушкой я видела и ту сторону медали, и с мамочкой эту. Так что все гармонично, все только во благо развития души. Вот. Ой, гав-гав-гав. Ой, гав-гав-гав. Привет. Привет, малыш. Ты на цепи такой злой. Да, я бы тоже гавкала бы на цепи. Я и так иногда гавкаю. Кто-то написал тоже коммент. Может, люди какие-то отдыхают. А тут это гав-гав-гав. А кто-то вообще спит, не просыпается. А думает, что он бодрствует. И ничего. Там тоже два кирпича. Как бесконечность. В общем, везде знаки. Одни знаки. Ой, сейчас вспомнила Жанну д'Арк. Хорошо, отец родной. Благодарю. 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 Иду под эти черные тучи. Может, еще дождик меня омовит.